Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Я, как всегда, рада приветствовать вас. И первое, о чем я хочу вам сообщить, что привет, к сожалению, передавать некому. В предпоследнем ролике был вопрос задан, а какая же рыба, с какой же рыбой у нас бутерброд? Королевской рыбой. Никто не угадал, к сожалению, а рыба была палтус. В последнее время по различным соцсетям остров стал вопрос о ядерных захоронениях в Приморском крае. И вот об этом мы с вами сегодня поговорим подробно. Хочется вообще спросить и понять, откуда такая информация. Такое ощущение складывается, что вот этот бум подняли хейтеры, чтобы пропиариться. Но люди абсолютно неграмотные в этом вопросе и не осведомленные вообще. Ну, информация, честно сказать, недостоверная. Хочется сразу развеять эти слухи и сказать о том, что ядерные отходы существуют в Приморском крае очень давно. И с 90-х годов предприятия по переработке тоже работают, и работают достаточно успешно. А сейчас вводятся нововведения, хотят ввести, усовершенствовать, все реконструировать, нанотехнологии, так сказать. И будет вообще все супер чисто и безопасно, вплоть до полного введения ядерных отходов из Приморского края. Информация эта достоверная, так как получена она с официальных источников от губернатора Приморского края, а мы ему доверяем. За моей спиной, вот вы видите, желтого цвета, это цех по переработке ядерных отходов. Ландыш, все знают, жители Большого Камня, все знают, существует он, работает с 90-х годов, успешно перерабатывает ядерные отходы. Опираясь на федеральный закон 190, статья 31, говорит он о том, что ввоз на территорию Российской Федерации из других стран ядерных отходов строго запрещен. То есть это касается не только Японии, а всех стран. Поэтому шумиха, которую подняли, с какой целью, непонятно. Ну, бунт, наверное, как всегда, острых ощущений кому-то хотелось. То есть это все неправда. Можем спать спокойно. Сейчас у меня на устах такая поговорка прозвучит: доверяй, но проверяй. Вот это как раз касается этой ситуации. То есть не стоит доверять то, что вы прочитали в интернете, на слово прям на 100% верить. Перепроверьте информацию в достоверных источниках. Я желаю всем хорошего настроения, хорошего дня. Пока-пока, до новых встреч. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока-пока. А я уже совсем замерзла. Одна. А, ну замерз, Женя. Холод дикий вообще просто. Угу. Доверяй, но проверяй. То есть читай между строк, что там написано. Что говорим сейчас? А вот я уже все забыла, что я говорила. Ага. Так, хочется сразу опровергнуть слухи, да, и сказать о том, что 60-х годов... Что, снимаешь? Еще раз давай. А рыба была палтус, королевский. Королевский не надо говорить, да? Палтус. А то они начнут, такого нету. Что вы тут придумали? Ты что, пишешь уже? Нет, да. Ну, давай. Можно закрытыми глазами? Можно.